меня Елизаров Виктор, и сегодня я для вас проведу утреннюю интенсивную тренировку. Как правило, перед любой тренировочкой нужно обязательно сделать разминку. Я это сделал, и вы не забывайте это делать, дабы не получить травмы и растяжения. Сегодня я для вас проведу круговую тренировку. Сегодня у нас будет 4 упражнения, которые мы будем повторять друг за другом. Вот. Будем работать в интервалах времени 30-20, мы будем 30 секунд выполнять упражнение, 20 секунд отдыхать перед другим упражнением. И вот так вот мы выполним 3 круга. Вот. Но сейчас я вам расскажу о упражнениях, а точнее покажу. Первое упражнение, которое мы с вами выполним, это будет бег на месте. Имитируем бег, помогаем руками. Вот таким образом это все выглядит. Второе упражнение, которое мы с вами будем делать, это глубокие приседания. Мы будем прям садиться глубоко. Третье упражнение, которое мы с вами сделаем, это перестановка ног вперед-назад. Как это выглядит? Помогает себе руками. И четвертое упражнение, которое мы с вами выполним, это будет пресс. Необычный пресс. Наша работа заключается в том, что нужно нам ноги держать на весу и переставлять мяч из стороны в сторону. Если у вас нет мяча, вы можете использовать баклажку или бутылку с водой, либо взять портфель, наложить туда книжек. В общем, приспособить что-нибудь для выполнения данного упражнения. Ну что, я готов. Надеюсь, и вы готовы. Приступим к нашему упражнению. Итак, приготовились. И поехали. Секунд до начала. Приготовились. Глубокие приседания. Не считаем количество раз, сколько мы присели, потому что мы работаем на время. Третье упражнение – перестановка ног вперед-назад. Приготовимся. И начали.
да? Поехали. Отдыхаем. И сейчас у нас начинается второй круг. Те же самые упражнения мы повторяем. Итак, готовимся. Опять бег на месте. Так, работаем. Отдыхаем. Глубокие приседания. Также не забываем, что коленочки не должны уходить за носочки. Вперед. Третье упражнение перестановки ног вперед-назад. Обязательно двигаемся, ходим, устанавливаем дыхание, не стоим на месте. И готовимся. Начали. И начали. Дышим. Ну что ж, два круга позади. Третий круг. Катаемся. Опять бег на месте. И поехали. Второе упражнение. Глубокие приседания.
Окей, поехали. Эти упражнения перестанут помогать вперед назад. И четвертое упражнение. Ну что ж, друзья, на этом наша тренировка закончена. С вами был Елизар Фиктор. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. Будьте здоровы. Пока.